перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки. С вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем играть, ребятки, в охотников на зомби. Так, ребяточки, ну что ж, давайте придем в лобби и посмотрим, что нас здесь ждет, ребятки. Так, мы открыли с вами, по-моему, ананасовые зомби, да. И мне надо продать арбузовых товаров на 60. А, так, давайте арбузовых товаров продадим на 60. Сколько у нас их много, арбузовых зомби? А, вот, 8 штуки. Так, сейчас посмотрим. Так, арбузовые зомби, ребятки, выжимаются так, как нужно. И потихонечку я там... Все продается. Так, давайте теперь перейдем в лобби и будем искать его зомби обнаружены. Так, давайте купим все, что нужно. Так, давайте. Опа. Купальник возьмем. Будем, ребятки, на пляже сегодня в купальнике. Так, ну что ж, поехали. Так. Так, ребяточки, я предлагаю здесь ловушечку поставить. Вот так вот, здесь бросить мозг и убежать. Хопа, отличненько. Банановые зомби, ребятки, встал на место. Так, ребятки, а мне нужны новые зомбики ловить. Мне нужно новые зомбики ловить. Они, ребяточки, ананасовые. О, вот ананасовый зомби, давай. О, он динамит бросает, ребята, вы видели? Ананасовый зомби бросил в меня динамит. Так, отличненько. Арбузового зомбика мы поймали. Вот он, ха-ха. Вот банановый еще, ребятки, можно догнать. Да что ж ты будешь делать, ау. Куда я упал-то, в яму? Так, куда убежал банановый зомби-то, а? Нет, банановый зомби убежал довольно-таки далеко, и мы его не сможем. Так, два ананасового зомби, ребятки, мы поймали с вами. Давайте перейдем в лобби и посмотрим, что нам нужно еще. Так, давайте опять будем искать ананасовых зомбиков. Так, покупаем все на максимум. Так, ребятки, давайте что-то купим прикольное. Я хочу маску козы. Вау, вот это прикольно. Маску козы мы купили. Ребятки, вы только посмотрите. Я сейчас буду бегать в маске козы. Вы хоть раз, ребяточки, такое видели? Скажите мне, пожалуйста. Так, отлично. Так, давайте поменяем оружие. Давайте поставим одну эту здесь. Вот так вот. Ой-ой-ой, динамит, ребятки. Не сработала ловушка. Они пробежали через нее. Ха-ха! Прямо на выходе я их успел подловить всех, ребята. Вот это прикольно, не правда ли? Эй, подождите, посмотрите на меня, я коза, ребят. А, больше двух ловушек нельзя ставить, понял. Так, давай. О, все попались, отличненько. Давайте монетки заберем. А, вот один еще зомбик не попался. Все, отличненько. Так, последний зомби, ребятки, где же он? Вот он, я не знаю, кто здесь будет. Здесь банановый зомби. Мимо. Давай. Не сумели мы поймать бананового. Он все-таки успел, ребяточки, скрыться. Так, один ананасовый зомби, ребятки. Продолжаем охоту, потому что нам нужно много ананасовых зомби для того, чтобы открыть, ребяточки, новый уровень в этой игре. И мы с вами это сейчас будем делать. Так, отличненько, зомби обнаружены, ребятки. Погнали. Так, ребята. Ой-ой-ой, погнали. Так, давайте вот так вот сделаем. Опа, отлично. Так, давайте поменяем оружие на другое и поставим вообще-то вот такую штучку здесь. Давайте вот так вот и посмотрим,
кто там вылезет. Ага, здесь арбузовый. О, банановый зомби вместе с этим. Ребятки, вы видели? Они убегают и прыгают. Быстрее, 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 быстрее. Отличненько. Я поймал ананасового зомби. Как раз он мне, ребятки, и нужен. И это просто замечательно. Так, давайте из ямы выпрыгнем. Так, давайте. Опять банановый зомби. Давайте бананового зомбика схватим. Все, отличненько, ребяточки. Просто супер. И мы с вами прошли и словили здесь ананасового зомбика. Так же, как и мы, ребятки, с вами планировали это сделать. Мы с вами это сделали. Так, нам осталось еще немножко, ребятки, поймать зомбиков. И мы с вами будем... Так, транквилизатор у нас есть, ребят. Давайте транквилизатор возьмем лучше. Посмотрим, на что он способен. Так, ребята, я теперь уже с транквилизатором хожу здесь. Так, давайте вот так вот. И ловушку давайте. Все. А, он в ловушку попался. Я думаю, что не стреляет-то. Так, все, поехали. Опа, в задницу транквилизатор. Все, зомби спит. Отличненько, ребяточки, отличненько, просто супер. Так, бросаем мозги, ребята. Ананасовый зомби, ребята, все, есть. Он мне нужен очень сильно, ананасовый зомби. Все, ребяточки, транквилизатор есть. Погнали. Отличненько, дорогие друзья, и мы с вами прошли этот уровень. У нас даже уровень повысился, ребятки, работоспособности. Теперь мы с вами можем в два раза больше делать определенных вещей. Например, так, зомби обнаружены, и это просто круто, ребятки. Так, давайте, поехали. Так, давайте, наверное, поставим здесь ловушечку, да и все. Все, попался. Отлично. Давайте дальше, 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 дальше. Так, да и здесь давайте поставим ловушечку. Мой любимый зомби. Все, он уснет сейчас. Он меня подорвал, ребята. Он меня подорвал динамитом. Оказывается, он еще и динамитом умеет бросаться, ребятки. Ну, банановый зомби сейчас попадет в ловушечку. Отличненько. Так, идем дальше, ребятки. Так. О, банановый зомбик. Так, отличненько. Все, ребятки, все зомбики здесь словлены. Отличненько, ребятки. Так, все зомбики пойманы. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем в кафе и посмотрим, что нам нужно сделать. Так, сделать нам нужно следующее, ребятки. Продать товаров вот этих вот. Так, а сколько ж мне их, насколько мне их надо продать, ребятки? Сейчас посмотрим, сколько у меня их. А, нужны еще ингредиенты. У меня не хватает, ребятки, зомбиков. Реально. Ребятки, не хватает еще... Три зомбика мне ананасовых для того, чтобы дойти уже этот уровень до конца. Так, давайте, может здесь ананасовые зомбики есть? Нет, хочу лучше сетимет. Он мне больше нравится. Так, ну что, погнали, ребятки, погнали, погнали, погнали. Так, все, мистер Коза вышла на охоту. Мистер Коза у нас на охоте, отлично. Вот так вот убегаем. А, мы мозг не бросили, ну в чем проблема-то? Здесь банановый зомби, как всегда, здесь волноваться не стоит.
Так, ну здесь, наверное, нужно ловушку поставить. Так, и, наверное, бросить надо мост, ребята. Все отлично, ребятки. Я троих сразу поймал. Опять банановый зомби, и он попадет в ловушку. Ха-ха. Как я и думал. Так, давайте монеточки соберем и погнали. Опять мой зомби любимый. Да-да-да, все, ребятки, два зомбика ананасовых пойманы. Остался буквально еще один для того, чтобы мы прошли это задание. Все, ребяточки, все зомбики пойманы на этом уровне. Давайте продолжим с вами охоту и посмотрим, что нас ждет дальше, ребятки. Так, ребятки, зомби обнаружены. Конечно же, сетимет и, конечно же, ловушечки. Поехали! Так, ребятки, давайте с вами... Так, давайте ловушечку поставим вот здесь вот. Давайте мозг бросим и посмотрим, что нас здесь нас ждет. А, тут особо... Особо тут не нужно нам это. Нам надо, ребятки, угадать, где же с вами... О, вон он, этот зомби. Ой, все, ой-ой-ой, динамит подорвал меня, ребятки, немножко. Но, тем не менее, мы словили с вами зомбика, о котором так долго мечтали. И вот еще один. Ха-ха-ха, круто. Он с динамитом в руке так и упал, ребятки. Вы видели это? Прикольно, да? Отличненько, дорогие друзья. Просто супер, просто круто. Так, ребятки, новое задание. Ученик сталкера. Получить награду. Все зомбики пойманы. И это просто замечательно. Переходим, ребяточки, в кафе. Идем в ананасовую соковыжималку, зомби-выжималку. И запускаем ее. Так, ну что ж, ребята, коктейли наши продаются направо и налево различным покупателям, которые приехали, чтобы выпить супер-коктейли из фреша. Так, ну что ж, а мы с вами прошли этот уровень, дорогие друзья, и открыли новый, и это просто круто. У нас здесь улучшение для нашего, так сказать, ананасового, улучшить зубовыжималку ананасовую. Потом продать что-нибудь на 800 очков. И также продать 60 пирожных, ребяточки. Но это мы с вами, как вы знаете, будем проходить, ребяточки, в другом уровне. А на этом у меня все, дорогие друзья. Подписываемся на канал, нажимаем на клоуна, которого вы сейчас видите перед собой на экране. Подписываемся на мой канал, смотрим мои видосики, ставим пальчики вверх. А с вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока.